Мы уже приехали в следующий магазин, спортивный, Декатлон. Там фамилия магазин. Типа супермаркет, там все можно купить. Сначала дети вот сюда хотят что-то там посмотреть. Сейчас посмотрим. Такой батут продается. Слава вот такой вот настольный теннис хочет купить. Это, конечно, дорогой, чересчур, он за 350, 279 самый дешевый. Хотим домой купить. Детям играть и сами будем играть. И палатки такие. Велосипеды всякие детские. Здесь велосипеды. Здесь каски. Что только нету. Найна, вы его это хаус проберем. Найн, где? Надо новые каски проберем. Классно. Леон, ты тоже. Вау. Проби Алпайн Аус. Гуд. Пат, подожди. Такой Льюиса есть? Льюиса не здесь должен быть? Такие вот. Стоят 80 евро, есть за 50 евро. Есть и за 100 евро вот эти вот. Всякие мячи. Там обувь. Сэмми, оставь. Где ты фьюсер зову? Ноги поднимай. Льюис, я. Льюис, Сэмми, уйди. Сэмми. Тяжело. Леон еще маленький немножко. Тентели. Пойдемте, нам еще в другой магазин надо. Ну все, пойдем. В магазине ДМ. Мне надо тени новые купить, а? Да. Сейчас, подожди, какая у меня марка? Вот эти мои любимые лаки. Дорогие они. 8,95. Этими я пользуюсь всегда. Только что-то мои. Это я. Найн. Это у нас сейчас в телевизоре новая реклама. Вот не знаю, взять, попробовать. Тональный крем. Вечно не знаю, что брать. Хочется новое что-то попробовать.
Так, Maybelline. Там духи. Красивая баночка, надо попробовать. Вот мы вот в этом сейчас в ДМ купили, короче, вот такую я сухую шампунь взяла. От P2 вот такие тени. Потом вот такой консилер. И у нас, короче, здесь в Германии есть одна блогерша. И она выпустила свою линию вот такой вот крем для душа и крем, как сказать, пенку. Ну, мазаться крем. Не знаю, как крем-шоу. Вот. Дети как ненормальные. Мы уже 3 разные для душа купили этих вот такой пенки. Потому что они все хотят все сорта попробовать. Теперь вот этот крем купила, говорю, теперь один. Она же не очень дешевая. Но они и смотрят ее, и поэтому хотели обязательно купить. Купили. Вот это вот мы купили в ДМ. Потеряли Славу, теперь пойдем его искать. Он, наверное, уже в другой магазин убежал. Сейчас продуктовый магазин, тут такие вот десерты. Там холодильник. Чего? Слава, что ты там нашел? Чего? Говори. Что ты имеешь в виду? Вот такая вот водка. Абсолют. Сколько она стоит? Налить? Сколько она стоит? 100. 100. 100 евро. 4,5 литра. И компресс. Ну кому на? На внутренние компрессы. Подожди, я быстро тут сниму. Тут йогурты. Молоко. Это 60 центов стоит. Мой любимый кефир. Папа, правда. Сами, как сюда страду? Ой, молоко. Рыбные, всякие рыбки. Это не настоящие. Вот икра. Черная, красная. Сыр. Тертый сыр. Колбасы всякие, сырки. Здесь уже нарезано. Тут пиццы всякие. О. Мы любим вот такую Гавайи самую, или Льюис любит с этим, вот эту, короче. Уйди.
А тут спиртное все. Да, Леон, да, сальса алкоголь. Читает абсолют. 1 литр 14.50. 13.50. Да. Это 2 литра, это будет 12.50, 27. Льюис. Спирт 96%. Внизу подешевле стоят. 4,99, 5,99. Да, они даже ехать. Вот такие. Я в них не разбираюсь. Тут вина всякие. Вот это, например, с Греции вина вот тут. Вот это итальянские. Что любят большинство? Ламброско. Подожди, сейчас. 2,99, 3,99 стоит. Чего? Ого, ничего себе. Да, это очень много. Ну, конечно, не такие бутылки, но очень многие любят покупать. Почти в каждых проспектах. Местные любят колу с этим. Да, колу вот с этим вот. Ясно. Текила. 26 евро. Вот это все итальянские вина. Это португальская. Чего? Бутылку джинбим можно закопать, допустим, купить. Ну, куда-нибудь спрятать и оставить ее на, пока дети, на свадьбу детям, чтобы выдержка была большая. Тогда цена будет в 3-4 раза. А если дети не будут любить? Если не будут, еще больше оставить. И когда она пенсию пойдет. Внукам, что ли? Нет, ну тогда она будет. Вот это испанские вина. Так громко бегают тут. Это испанские. Там французские. Разные. Я всегда на бутылки смотрю, мне бутылки нравятся лично. Я шампанское только люблю. Тут тоже вот итальянские, немецкие. Сангрия. Вот тут 5 бутылок покупаешь. Акция такая одна, за бесплатно. Ой, мы уже с Лавой пили, тоже вкусно. Kinder, das alles Alkohol. Alles. Ja. Wirklich alles. Ja. Auch dieser Saft. Hm? Ja, da ist alles überall Alkohol drin. Дети думают, что это без алкоголя, это все с алкоголем. С персиком. Не знаю, как это все на русском называется. Ну, вот такие вот. О, мой любимый. Вот это мой самый любимый. Мой любимый шампанское. Это 99, наверное, часто в этом по акции за 4,50 нужно купить. Или 3 даже 99 бывает акции. Это мой самый любимый, обожаю его. Это шампанское здесь все. Маленькие бутылочки, зеленые, всякие.
арахис. Вот эти я люблю. Мы любим. Вон дети мне уже в руку дали. Вот такой вот. Там попкорн лежит. Это попкорн микровели делать. Тоже берем иногда. Это пиво, Слава? Вот это пиво? Вот. Вот это пиво. Вот сейчас по акции 9,99 стоит, да? Ящик. Вот такое Слава часто берет в бочонке. Да, вот этот мы покупали часто. Это если футбол или еще что-нибудь. И да. Или компания собирается в сауну, в баню. Да, такие бочонки. Значит, это дороже. Короче, тут очень-очень много всяких. Пиво. Тут разное пиво. Я? Посадь Туритус. Вот цены на пиво. Вот это недалеко от нас, этот город. Оттуда пиво. Падабона. Тут макаронные изделия. Спагетти. Макароны вот такие. Акция 77 сент баррела. Вот все это по акции. Тут соусы всякие к этим макаронам. Мы берем вот такую сюда. Ну не всегда, болонезы иногда. Сам больше нравится. Тут еще, здесь еще всякие макароны. Ладно, пойдем. Все, не могу, все равно. Слава уже зовет. Кушать все хотят, надо ехать. Мы уже дома, уже кушаем. Устали так. В 3 магазина съездили, даже 4. И уже кушаем. Купили у турка такую. Как это по-русски? Подожди. Ну, такое, забыла, как называется, лаваш, да, лаваш, наверное, дюрум, с мясом, да, оно с мясом там, и с капустой красной, и помидорки, ну, короче, такое лаваш. Мы взяли мне одну, Славе одну, и детям Льюис и Лео напополам. У Самуэля что-то аппетита нет, не знаю, что. Льюис. Потом в этом последнем магазине купили манго. Льюис, оставь, пожалуйста. Манго купили, мягкое. Надеюсь, вкусное. Я первый раз буду кушать. Потом киви купили. Четыре штучки. В ДМ нам вот такой пробник еще дали. Стирки. Уже второй у меня. И что мы еще купили в этом? А, чипсы и... Ну, все, по-моему. Вот такие. Вот такой наш день сегодня был. Устали. Сейчас покушаем, будем отдыхать. Потом посмотрим. На этом будем прощаться с вами. Спасибо вам, что смотрите нас. Подписывайтесь. Кому нравится, ставьте лайки. Все говорят. Schmeckt wie saftiger Apfel. Sehr saftig und weich. Луис говорит, вкус как у сладкого яблока и очень мягко. Ой, я надеюсь, я смогу есть. Мне надо осторожно пробовать, что у меня аллергия. Ладно, будем прощаться с вами и до следующего видео. Пока. Пока.